Так, 2 августа 2021 год, Харьков. Одиннадцать по Киеву в Харькове и Сатурн в противостоянии. То есть сегодняшняя ночь с 1 на 2 августа это момент, когда Сатурн по своей орбите ближе всего к Земле находится и на одной линии с Солнцем, Землей. Расстояние до него сейчас 1 миллиард 336 миллионов километров. И, к сожалению, с каждым следующим днем, с каждой следующей ночью это расстояние будет теперь только увеличиваться. Я поставил 400, потому как уже довольно низко над горизонтом. То есть эта чувствительность немножко завышена. Говорю, для владельцев такой же аппаратуры, фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Следующие дубли, наверное, буду еще на более высокой светочувствительности снимать. Хорошо, пошли пока. Сейчас я резкость попробую. Ну, наверное, это лучшее, что есть. Небо вообще было облачным. Сейчас как-то под утро прояснилось. Так, вот у нас Юпитер с Галилеевыми спутниками. До него 607 миллионов километров. И Юпитер будет на ближайшем расстоянии 19 августа. Так, ну-ка я сейчас выдержку уменьшу. У нас первым спутником должен идти Каллисто, потом дуплет из Ганимеда и Европы. И Ио должен быть слева теперь. Но... весьма плохо видно. А ну вон Ио видно слева. Не знаю, будет ли он на экране видать. Непонятно, почему Каллисто не видно. Ну, в принципе, Каллисто самый маленький из имеющихся Галилеевых спутников. Хорошо. Пошли посмотрим еще на Луну. Если у нас Сатурн в противостоянии на ближайшем расстоянии, противостояние на расстоянии.
от Земли, то Луна как раз в апогее сегодня, то есть на самом большем удалении по своей орбите, 404, по-моему, тысячи километров. Да, мутненько все, мутненько. Ну, пару часов назад вообще была облачность практически сплошная, так что жаловаться не будем. За возможность так поснимать будем благодарны. Смотри, какая красота. Так, ну, наверное, так. Будем так заканчивать, а то Юпитер уже, Сатурн все ближе к горизонту. Скоро мы его упустим. 3.18 по Киеву, Харькове. Пошли делать еще дубли Сатурна в противостоянии. 2 августа 2021 год.